Здравствуйте, дорогие телезрители! Мы снова рады приветствовать вас на нашей передаче, на которой мы продолжаем отвечать на вопросы, поступающие от вас. И, как обычно, хочется поблагодарить всех активных участников, всех тех, кто присылает свои вопросы и таким образом проявляет интерес к тем тематикам, которые мы затрагиваем в рамках наших встреч. На страницах Священного Писания мы с вами очень часто встречаемся с примерами, когда Господь Иисус Христос исцелял физически больных людей. К сожалению, их огромное количество. Это происходит как от изнеможения, так и бывает, что люди рождаются с какими-либо физическими недостатками. Ни в коем случае и никогда мы не встречаем в Священном Писании примеров, когда физический недостаток мог бы быть поводом для того, чтобы его отвергали, или же его отвергал Бог, и он лишался спасения. Никакой физический недостаток не удаляет человека от Бога, а в некоторых случаях даже, как это показывает жития многих и многих святых, страдавших физическими недугами, и приближает человека к Богу, делает для него спасение более легким. Безусловно, терпение физических недугов требует огромной силы воли. И мы всегда преклоняемся перед теми людьми, которые, терпя какой-либо недуг, продолжают быть оптимистичными, радуют близких людей как могут, и тем самым показывают, что даже в самых тяжелых жизненных обстоятельствах можно не терять силу духа и даже в некоторых случаях являть пример для подражания. Таких людей вокруг очень и очень много. Невозможно, конечно, без боли в сердце смотреть на людей, особенно молодых, которые прикованы к инвалидным коляскам, которые не могут самостоятельно передвигаться и жить полноценной жизнью. Но, к сожалению, нам не дано понять замысла Божия, остается только спокойно и смиренно принимать то, что посылает нам всеблагой и любящий Бог. Ну а теперь мне хотелось бы конкретно ответить на ваш вопрос. Почему мы не видим в наших храмах людей, страдающих физическими недостатками или прикованных к инвалидным коляскам? Очевидно, это происходит потому, что или они сами не сознают в какой-то мере необходимость посещения храма, или же этого не могут понять их родственники, или те, которые за ними ухаживают. Церковь всегда открыта абсолютно для всех людей. А мы с удовольствием ждем каждого человека и готовы оказать любую помощь и поддержку. Ко всему прочему, в нашей новообразованной епархии существует отдел по социальной работе, куда вы в конкретном случае можете обратиться за помощью, и она будет вам, безусловно, оказана. Ко всему прочему, вы знаете, что причащаться возможно не только в храме. Возможно причащение на дому, возможно и другие таинства для людей, прикованных к постели, к инвалидным коляскам, неспособных передвигаться, для людей пожилого возраста. Мы всегда откликаемся на любые просьбы, когда обращаются люди за помощью, чтобы причастить тяжело больного человека или же пособоровать. Священник берет все необходимое и совершает эти таинства на дому. Причащает или же соборует. А в некоторых случаях бывало так, что и крестили умирающего человека. Поэтому вопрос этот в большей степени надо обратить как к самим людям, так и к их родственникам. Хотел бы еще обратить ваше внимание на один аспект вашего вопроса. Причащение святых Христовых тайн является средством к спасению, но не самим спасением, потому что из Святого Писания, из молитв, которые мы читаем, готовясь к причащению, понимаем, что причащение тела и крови Христовых могут быть не только во здравии, в исцелении, но вместе с тем и в осуждении. Очень часто в текстах молитвы мы сталкиваемся с таким образным именованием тела Христова, как уголь, огонь. Это то, что с одной стороны согревает, дает свет, но с другой стороны может и опалить, и больно опалить.
Апостол Павел, обращаясь к коринфским христианам, говорит о том, что многие из вас болеют, а некоторые умирают, причащаясь тело и кровь Господних недостойно. Соответственно, не само по себе причащение, а состояние духа, чистота максимально возможная, молитвенная подготовка и сокрушенное сердце является тем принципом и условием, которое делает причащение тела и крови Господних достойным вспоможением в спасении. Само же спасение совершается, с одной стороны, силой Божией, любовью Божией, божественной благодатью и вместе с тем стремлением человека к исполнению закона Божия, божественных заповедей, жизнью по ним. Безусловно, хочется сказать, что спасение является тяжелым деланием человека, христианина. Господь на страницах Евангелия сравнивает христианскую жизнь с несением креста. Он сам нес свой жизненный крест, сам страдал от непонимания людского, в конце концов был просто злобой человеческой убит завистью, ненавистью, был не понят. И мы идем тем же самым тернистым путем. Но, как вы знаете, на пути бывают не только крупные шаги, не только гордо поднятая осанка, но бывают и падения, бывает то, что человек оступается, а иногда просто сворачивает с этого пути и переходит на более широкую трассу, которая иногда ведет в погибель. Но и не иногда, а всегда широкий путь. Бери от жизни все, удовольствие, всевозможные другие сласти, которые предлагает этот мир, ведут человека к саморазрушению и в конечном итоге к погибели. И поэтому спасение является делание спасения, прощение в себе Царства Божие делом непростым. Делом сложным, требующим усилий и прежде всего терпения. Как бы нам всем хотелось обладать многими и многими качествами и достоинствами, которые приближали бы нас к святым людям, и всего этого мы хотим достичь мгновенно, быстро и, что самое ужасное, без особенного труда. Но Господь порой ставит людей в такие жизненные ситуации, которые являются для них физически непреодолимыми. Как бы человек ни старался сделать своими усилиями что-либо или как-то изменить, он оказывается бессильным. Ему может помочь только Бог. И ставя в такую ситуацию человека, Господь показывает многое в этой ситуации, открывая через горе, разочарование, через всевозможные испытания нечто такое, что было закрыто и незримо для человека в спокойное, удобное и сытое время. Поэтому очень часто Господь, как великий педагог, воспитывает нас не только привлекая пряником, но порой и кнутом. И вот эти удары Божии, попущение скорбей, необходимо переносить с терпением. И эта добродетель вырабатывается и растет в человеке только, к сожалению, при каких-либо неблагоприятных условиях. Таков путь спасения, начертанный Евангелием и показанный самим Спасителем. Как я уже сказал, немногие пытаются идти этим путем, но с другой стороны, кто на него встал, тот, даже если спотыкаясь, встанет и пойдет дальше силой и любовью Божией. Христианину ничто не препятствует быть крестным у детей. Самое главное, чтобы было знание того, что накладывает, какая ответственность ложится на человека, поручающегося за духовное воспитание ребенка или же человека взрослого. К сожалению, мы очень часто замыкаем свое внимание на чисто формальных внешних вопросах. Но самое главное и важное остается у нас вне поля зрения. К сожалению, этот формализм
в огромной степени свойственен людям, которые пытаются решать какие-либо религиозные вопросы или же сталкиваются с какими-нибудь церковными делами. Если во всех остальных областях жизни мы проявляем скрупулезность, все до мелочей просчитываем, пытаемся, прежде чем заняться каким-либо делом, изучить все сначала, изучить все подробно, чтобы не быть обманутыми или обмануться самим, то в вопросах веры люди проявляют очень и очень большую халатность. Я, безусловно, не имею в виду человека, задавшего этот вопрос, я просто хотел бы поразмышлять на эту тему немножко и сказать, что вопросы веры являются, наверное, самыми важными и значимыми, чем все остальные наши жизненные вопросы. Ведь от того, как мы ответим себе на вопросы веры, зависит наша не только земная участь, не только счастье и благополучие здесь и сейчас, и благополучие и счастье тех, кто нас окружают, потому что когда человек становится подлинным христианином, он излучает из себя свет и становится светильником, к которому тянутся люди. Но вместе с тем решение религиозных вопросов решает нашу и загробную участь. Мы с вами знаем, что загробная участь может быть неоднозначной. Это не может быть только Царство Божие. Это может быть и совершенно противоположное состояние, в которое может попасть человек, если он всю свою жизнь противлялся воле Божией. Поэтому крестный является тем человеком, на которого крестник должен смотреть и брать с него пример. Но для того, чтобы стать таким примером, необходимо сперва себя сформировать. Если вы от всего сердца хотите, чтобы ваш крестник стал добрым человеком, если вы хотите, чтобы он стал человеком церкви и всю свою жизнь опирался на помощь Божию, то для этого необходимо сперва самому стать таковым. Для того, чтобы являть собой не только на словах пример, но и чтобы жизнь сама показывала и влекла вашего крестника к вам и к тому образу жизни, который вы, если христианин, то ведете. К сожалению, многие пытаются воспитывать детей на словах, считая, что это, наверное, самое важное – объяснить. Но ребенок, к счастью, воспринимает мир иначе, и он не слушает слов порой, а смотрит на то, как себя ведут вокруг взрослые, и подражает им. Если это поведение достойное, то вырастет достойный человек. Если поведение расходится с красивыми словами, то это фальшь. Будет чувствоваться ребенком на подсознательном уровне и не станет для него чем-то, что могло бы влечь. Хотя слова могут быть действительно подлинно хорошими, добрыми, красивыми, правильными. Вот, пожалуй, так бы я ответил на ваш вопрос. На этом наша передача закончена. Я опять хочу закончить ее словами благодарности ко всем тем, кто продолжает испытывать интерес к нашей передаче. Надеюсь, что она оставит вас хоть какие-нибудь добрые следы, в чем-то поможет, и надеюсь, что интерес к ней не будет ослабевать у вас и впредь. Всего вам доброго и до новых встреч!